была мирная жизнь, ходили люди, на базар пришли, там, по своим делам. И в тот раз упали снаряды, убили 31 человека в странном месте и больше сотни раненых. И мы видели следы на зданиях. То есть в таких местах понимаешь, насколько надо приложить все усилия для того, чтобы закончить войну. Поэтому это место очень трагичное для жителей города. Очень такое знаково в печальном плане. И я не мог не пропустить, отдать память погибшим в этой ужасной трагедии. Вот это было, конечно, ужасно, ужасно. Нашей власти выгодно продолжение конфликта, потому что все экономические проблемы и все проблемы социальные можно списать на ведение войны. Вот и приехали, чтобы требовать, чтобы прекращали войну. Мир достигается только путем дискуссий, переговоров, но никак не путем стрельбы. Нет, мирным путем только. Масштабное разрушение. И, конечно, мы ожидаем, что международное сообщество, я знаю о том, что решение такое принципиальное у них есть, будет принимать в этом участие, давать финансы. Это очень важно, потому что наша страна сама не справится с восстановлением инфраструктуры, особенно на неподконтрольных сейчас территориях. А это будет основным вот таким жестом для того, чтобы показать, что люди, которые там живут, они должны вернуться, потому что у нас в стране жить лучше. Прагматичный, трезвый политик. Он высказывает такие тезисы своей программы, которые находят отклик у большинства населения.